микрофона Александр Дов. Кто-нибудь поможет мне, может, а? Ой, это уже лучше. Все, спасибо. Добрый вечер. Две песни Булата Акуджавы. Музыка Исаака Шварца. Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайно на земле две дороги, да это, да натруживает ноги, это душу бередит, это женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та это, та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез, та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти, вернее, ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменно впереди две дороги, та это, без которых невозможно, как без неба и земли. Это женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та это, та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Да прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Красотки томный взор не повредит здоровью. Мы бредим с юных пор любовь, любви, любовью. Не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, с ней может быть непросто, да без нее нельзя. Не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, с ней может быть не сладко, да без нее нельзя. Вперед, судьба моя, а нет, так Бог с тобою. Не правда ли, друзья, судьба судьбы судьбою. Не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, с ней может быть не сладко, да без нее нельзя. Не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, с ней может быть не сладко, да без нее нельзя. Еще он ждет меня, мой главный поединок. Не правда ли, друзья, нет жизни
жить не сладко, да вот не жить нельзя. Не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, жить может быть не сладко, да вот не жить нельзя. Чем объявить следующий номер, я хотел сделать такое сообщение. Господа, нынешний концерт показал, что очень много у нас авторов и исполнителей, которых мы не видели на этой сцене. Мы не можем пропустить всех, мы не можем держать концерт, так сказать, с вечера и до следующего вечера. Но, тем не менее, нам очень хочется узнать новых, настоящих авторов, которые не нашли еще своего пути к сцене. И поэтому мы снова в этом году, осенью, организовываем в разных городах страны фестиваль. Уже вот они захотели быть самыми первыми. Они были первыми, вот они. Начинается Дуговка 7. Из чего начинает ругаться Сашка. Аська, Сашка, главное, все уже хотят есть. Зачем приезжают люди сюда? Поесть. Асенька, скажи сыр. Галка, не нашла грибы. Так, так интересно. Так, кто кричит? Может, поможет, а? Ну, кричите, делай. Утро, днем четверг. Я снимаю. Почему? Она я вот такая. Усталая, больная. Ну вот мы запечатлеем, когда ты будешь здоровая и бодрая, ты посмотришь, и будет приятно, что на, ты уже здоровая ты и бодрая. Смотри, на. Ух ты! Хорошо. Но ты не куришь, не пьешь в данный момент. Родителям все можно показывать. Зараза. Зачем ты это говоришь? Галка, ну какая вот... Почему ты всегда на ужин подмочила? Нет, ну просто если просто будете красиво сидеть, это же неинтересно и не жизненно. Ты лучше Ландсберга сними, когда он с нами есть придет. Обязательно. Как есть Ландсберг, обязательно надо снять. Вот, а здесь еще пока пустовато. Тут народ пришел немножко, приехал, но еще мало народу. Вот и вечер. Начинается. А вот и утро. Четверга, 22 мая. Ты будешь кофе попить, поешь, а потом иди туда. Ой, можно я посмотрю? Ну и харя. Кстати, очень... Мне не надо. И как всегда, начинаются строительные работы. Ты выспалась. А вон какая ворона. А вон какая ворона. А тебе никто не мешал, в отличие от меня. А собаку я снимала в первую очередь. Как? Это мне все мешают. Я снимаю, я тебя прошу. Ладно. Так, по-моему, вот следующий.
Так, какая гнида это сделала? Что опять? Это только это он. Что опять? Это еще недоделанные блиночки. Что такое? Что случилось, Яша? Ничего. Ну объясни, что случилось. Как... Ой, у нас... Не, она просто... Ты со звуком снимаешь? Проверим, наверное, со звуком. Ой, да, так, ну нафиг, а? Вот там же разговоры. Ну, блин, ну, разговоры, мелкие, которые не для публики. Извини, пожалуйста. Ась, я не снимала разговоры. Вот у нас люди ведут здоровый образ жизни. Исключительный суп. Пьют исключительный ешьте суп. Ешьте суп вкусом, а чем он, я не знаю. Но не со змеиным еду, поверьте мне. Проверим через пару минут. Хорошо, посмотрим. Если не вернусь... Считайте меня пропавшим без вести. Будем считать. Хорошо, спасибо. Всего. А вас как будто это все? Привет, Галочка. И не только я, все будут смотреть. Вот уже, по-моему, даже сцена готова. Вот. Пол 12 утра, а уже народу много. Вон, пожалуйста, господин Дрейер в гипсе. Может мне при этом еще выколоть глазик? Вам мало гипса? Мне еще и вот такая фигня. Зачем, милая моя? Это достойно заработанный фингал. Я его нигде не собираюсь спрятать. Господин Дрейер, прошу прощения, а слабо помахать вон той ручкой? Вот этой? Нет, другая, помахать. Не уходите, девчонки, не уходите. Перед кем же я кокетничать буду? Перед камерой, что ли? Ну, это или такой любой помашет. А вот этой? А, смотри-ка, и этой может, молодец. Могу. Байдарочки поплыли. А это моя палаточка вот здесь. Видишь? Да. Ты меня видишь? Я-то вижу. А ты меня видишь? Ой, теперь ты совсем близко, Галка. А что ты делаешь? Продажи эмблем? Продажи эмблем? Этой аллеи, и я живой себя убедил, не один я в нее угодил, так держать колесо в колесе, и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти, начал спорить с Ильей по глупости. Он вскоре сжег запас до дна, тепла души, и полетели клапана из гладыши. Но пока лежал он края, и шире стала алия. Вот его обрывается след, чудака оттащили в кювет, чтоб не смог он нам с одним мешать. По чужой колее алия проезжать. Вот и со мной стряслась беда, стартер заел. Теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо будете подтолкнуть, но прыти нет. А вот подъедет кто-нибудь и вытянет. Напрасно жду подмоги я. Чужая эта алия. Расплеваться бы глиной и ржой.
с Ильей, этой самой чужой, ведь тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи, весенние, там выезд есть из Ильи, спасение! Я грязью из-под шин плюю в чужую эту алию. Эй, вы задние, делай, как я. Это значит, не надо за мной. Алия это только моя. Выезжайте своей алией. Выезжайте своей алией. Скажите, эта песня была, которая сейчас или нет? Нет, нет. Я один антистемист, и припасен с утра кошерный бутерброд. Улыбка страждущая бродит по лицу, в подъезде темности стекляется народ. Едва сержант не варяжую спасу, а то, что с ней ты не поладил, ну и путь. Все происходит по законам естества, чужими делает людей четвертый пункт. Сближает пятый лучик ровного родства. Пойми, старик, ты без разделичинки не давно. А то конвейер капризом нет конца. Пойми, старик, мне абсолютно все равно, что фаршированная рыба, что маза. Тяну припасы, собирайся и вперед. Ведь ты же сам танцуешь в релакс, старина. Так закружит тот нагибся хоровод, что же звенит башка, как первая струна. И оклемавшись, возвратимся мы домой, в наш небольшой, но очень южный городок. Днем и ночью таки да поет прибой, но, к сожалению, таки нет синагог. Лазурский склад. А теперь вас порадует пародия Ян Полячек. Я порадую. Может быть, нужна вернуть. Это серьезно, кстати. Если времен гласных стихи, примерно чуть длиннее вас это сделают. Тебе, как ты во мне весь, помнит не один. Прозвучит здесь, клевет, блестит там. Этот I love you.